Это вон она. Вон они вверху. Так, каждый день у нас две кошки. Если температура не выше 20 градусов, они прячутся на улице мороза. Тогда берем их. Вон. А это теплолюбивая мать. Она не хочет идти. А тот приготовился. Это сегодня уже 3 апреля. На улице 10 градусов тепла. Но она по привычке. А этот медведь, он как белый медвежонок. Вот он, меченый у нас. Меченый, красным от матери. Я его привез, считай, в кармане осенью. А он, смотри, какой вырос. Да пушистый. Ой. Да замечательный. Вот я открываю сейчас, бери. Володя их понесет на крышу. Мы решили показать, как это у нас делается. О. Вот так. Давайте. Потихоньку. Голубям там охраняют они. Вот, мы только что почистили у голубей. Вот это стоит ведро большое. 5 ведер вытащили. Вот он где пошел. О, туда. О, голубей 5 парят, 5 пар парят. И, кажется, в 3 гнездах по одному, а всего у меня 15. Вот он их берет. И там стеклянная. Покажи, как вставляешь ее. Так, подожди-ка, я тебя приблизить надо. Приблизить верхней кнопкой? Да. Вот так. Ну, давай, закрывай. Вот так. Она светлая. И он все. Мы вычистили оттуда. Я не полезу уже показывать на голубятни. Там мы были. Вот. А тут у нас голуби. Дай-ка, Володя, я тебе передам сейчас. Относительно голубей охота показать. Они вылетели. Вон они сидят. У меня 2 шеста. Смотри. 2 шеста. Вот, с тряпками. Вот, сейчас я их погоню. Покажи, где они сидят. Я показал. Вот они где. Сейчас я их погоню. Ох, они какие. Вот они, которые крутятся особенно, посмотри. Вон он. Раз. Это, наверное, новенький вот этот прилетел. О, а там чужой голубь, он к ним. Дикарь. Вон он какой к ним же пришел. Вот он как. А этот муж пенсионерки-то, вот он. Только пошел. Вот так. Вот мы сейчас погоняем. Чего он устал, сел? Больше всех семечек-то ешь. Ну-ка давай, давай, давай. Слышь, не хочет летать. Давай. А то потом покажи ему там, где они у нас садятся, если сядут там. Ну я их оттуда сгоняю. Свистеть-то я не умею. Вон, толстый сел опять. О, мне надо найти этот прилетный, как он летает, посмотреть. Я его не знаю, где он. Тут сколько их? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вверху. Ну, двое сидят, 9. Вы 5 там, одна в везде. 5 на гнездах сидят, парят. Они под 2 яйца, круглые белые яйца. Еще не выпарят, не вырастет одних, сразу парят второе гнездо. До 5 кладок, наверное, в год делает. Начинает зимой еще суровые, как кресты. Вот я не знаю, какой из них этот матовый хвосток-то. О, перевер. Так. У меня они все крутятся, называем вертуны, это фурманы. Белые. Но этот черный-то пристал дикарь. Мне тут некогда, тут надо 2 печи почистить. Сегодня у нас день такой, самое длинное моление будет. Великий канон Андрея Крицкого полностью считается за одно богослужение. Вон они где садятся. Я сейчас положу, чтобы не мешать им. Пусть садятся. Мне некогда. Вот так у меня есть длинная. А вон там. Вот посмотри, я сейчас дерну за это. Там живет один, у него 3-этажный дом. Ну и горный дом, или как сказать, там от их люди приходят. Ну я попросился, он грузин. Он мне разрешил залезть и там повесить бутылки, а в бутылке камушки. А тут я провел провод туда к нему. И снизу дергаю, видите, сейчас бутылки болтаются. И голуби оттуда слетают. И на соседний дом также садились. Я поехал и шест там спилил. С разрешения, конечно.
видать? А, бутылки-то видать? Ну еще раз подергайте. Я же дергал сейчас только. Мотаются? Видите, как сделано? И голуби слетают тогда. Вот они возвращаются. У меня были такие голуби, которые в облака уходят и неизвестно, когда вернутся. Но залез в колонок. 5 пород было. Я назвал стрижовые одни. Ой, хорошие. Всех порезал до одного. В деревне. А здесь один раз было так, что-то у меня так сердце заболело. Залез, вроде все нормально. Сейчас у меня изнутри она жестью окована. А тогда не было. Вижу, какая-то дырка появляется. Думаю, как бы это ни хорек. Взял коробку, прорезал, но дырку с той стороны. И поставил капканы. И он в эту ночь как раз пришел и попал. Так он все разнес в дребезги. Ну, попался. Голуби остались целы. Это просто Господь показал. Я даже и не ждал его. В городе живем мы. В Барнауле. И сегодня у нас это что? 3 апреля 2014 года. Вот они прилетели, мои красавчики. Вон они где далеко-то. Смотри где. А вот это, кажется, он и есть матовый хвост. Потому что пестрый тоже прилетный. Он сидит, парит. Замах. Вон они где там. 5 штук. И он вместе с ними. На днях какой-то залетел. Хороший. Вон они крутятся где. Они слабые, эти голуби были. Я их сам перепортил. Специально привез белых дикарей, которые морозостойкие-то. И перемешал. И они не стали бояться холода, но летное качество стали ослабленные. Ну и так понятно. За счет одного другой. Но главное, что все голуби у меня там без подогрева, без уколов. Нынче ни вертяшки, ничего не было. 15 было и 15 осталось. За всю зиму. Вон они где. Пошли. Я даже погнал его новенький, как бы он не улетел совсем. Вон они куда идут. Надо смотреть. Вот посмотри, где они далеко идут. Это улетели они туда к элеватору. Мы еще скворцов не видели. А в Потеряевке они уже неделю назад прилетели. Вот они. Вот они идут домой. Вот они. Тут нас сильно обижал ястреб. Залетает и в лед бьет. И все, вот он самый и есть. Хвост матовый у него. Вот это прилетный. Вот этот. По-моему, он хороший. Мы сделали крест, ребята, братья. Ну, из рек-то. Выше тут 2 священника были. Покропили святой водой. Вся община стояла. И вон там деревья, вон где гнездо. Там тополя. А дальше там лагуна такая, заходят пароходы. А дальше опь. Ну, то есть это уже опь. И он оттуда прилетает, приезжает, а он вот здесь сидит на этом, на лестнице, ястреб-то. Ну, голубь-то вылазит, ему попить-то надо, он тут же хватает и ест, даже не улетает никуда. Ну, помолились, туда крест заложили, привязали, ребята полезли кверху. Все, больше ни разу не было. А то только я выпускаю вот так вот, и откуда он такой, там полгуся, длинный, сизый, я даже название его не знаю этого. Ну, ястреб настоящий, почти сапсан. Мгновенно там бьет в лед и все, и потащил, и хоть плащ, хоть. Притом бьет, говорят, лучших бьет. Худший, который он упал. А хороший-то он пытается вверх взять, там от него разве отстанешь. У него крейсерская скорость раза в 3-4 больше, чем у голубя. Он развивает скорость страшенную. Я считал, где-то 300, что ли, по 300 километров бьет. Он гуся бьет в лед. Вот они сидят сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-8. Ну, тут сидеть 1-9. Ну, все, на месте. Все, пойдем сейчас. Господь. Почему? Вон еще один. Так он еще один летает. Подожди. Да. Ага, так она с гнезда, видать, сверху слетела. И это похоже на него. Ну, не вижу толку. Я слышал, орлов разводил конезаводчик, этот граф Орлов, не только лошадей, но и другие породы голубей. Так ему давали серебряное блюдечко, и он на него смотрел, чтобы голову не запрокидывать-то. Ну и смотрел, как голуби летают. От него осталось и Будённым, и всем, от доброго человека. От Будённого ничего не осталось. Только то, что воровал коней, да людей убивал. Вот они где. Вот один летает, и ему это хорошо. Вот если такие сядут, и он не может налетать, один. А почему переворачивается, ни один голубятник мне не может сказать, что... Ну, только я знаю, это делает здоровый голубь. Абсолютно здоровый. В хорошем настроении. Эш, как сидят. Они у меня все с хохолками. Одночубые.
А вот коричневый — это двухчубовый один. Это тоже залетный. Я за всю жизнь ни одного голубя не покупал, не продавал. Мне дают, и я отдаю. Каждую осень образуется новая голубятня. Это чудо, птица. Ну что, брат, пошли готовить сегодня. Две печки надо чистить.